Сегодня мы приготовим главное блюдо грузинской кухни – хинкали. В этом нам поможет пароварка от Тефаль. Сделать это классическое блюдо необычным можно за счет шпината и чернил каракатиц. Подготовьте фарш из баранины и говядины, добавив лук, кинзу и мясной бульон и тщательно перемешав. Для черного теста в чашу миксера добавьте яйцо, соль, воду, чернила каракатицы и перемешайте. Постепенно добавьте муку. Замесите зеленое тесто, смешав шпинат, соль и воду, и взбейте блендером. Добавьте яйцо и перемешайте. Частями засыпьте муку. Готовое тесто оставьте в холодильнике на полчаса. Раскатайте тесто тонкими пластами. Вырежьте кружочки. Выложите фарш и аккуратно соберите края теста вокруг начинки, сформировав мешочки. Залейте воду в основание пароварки, установите лоток и положите в него черные хинкали. Установите второй лоток и выложите зеленые. Выставьте режим овощи на 20 минут. Готовое блюдо подавайте со сметаной, посыпав свежемолотым перцем. Приятного аппетита!